Здравствуйте, мои дорогие! И сегодня я начинаю снимать новый для себя формат видео. Это видео-прогноз для всех знаков зодиака на месяц. Это у нас апрель месяц. И пробуем, если вдруг что-то будет не получаться или какие-то дополнения с вашей стороны будут, я буду рада их принять и совершенствоваться. Итак, у нас будет 12 месяцев, 12 знаков зодиака. У нас будет 3 колоды. Золотые мечты Ленорман. Это у нас колода для любви. Райдера-Уэйта. Это у нас деньги. И божественное наследие Чиро-Маркетти. Это у нас общие события месяца. Итак, приступаем. Приветствую, дорогие любимые мои львы. И мы посмотрим, почему дорогие любимые, вообще, в принципе, все знаки мои любимые. Но со львами у меня особая история. У меня мама львица и дочка львица. При этом я водолей, противоположный им знак. И постоянно нахожусь в противостоянии сначала с мамой, потом с дочкой. Ну, как нахожусь? Энергетическом противостоянии. И, наверное, благодаря этому противостоянию я и пришла к тому, что сейчас являюсь мастером энергетических практик и умею расслаблять ту напряженную энергию, которая образуется между противоположными знаками. Итак, дорогие мои львы, апрель месяц для вас. Страшный суд. Эта карта говорит о каком-то судьбоносном событии в апреле. Четверка кубков. Что-то вас будет скучно, короче, скука какая-то может быть в апреле. Король монет. Сейчас еще посмотрим. Король жезлов. Интересно, львы. Верховная жрица. Итак, дорогие мои львы, в апреле месяце для девушек может организоваться любовный треугольник, который вы будете держать в тайне. Вы будете общаться с двумя мужчинами. При этом эта ситуация достаточно судьбоносна, но старший аркан, суд и верховная жрица, эти карты говорят, как бы, будьте очень аккуратны, потому что все тайное становится явным, а по суду последует возмездие, наказание. То есть будьте очень и очень аккуратны, девушки-львицы, в апреле месяце, заводя несколько параллельных романтических отношений. Для мужчин эта карта говорит, эти карты могут говорить о том, что ваши друзья или партнеры вынашивают какой-то тайный замысел для того, чтобы ввести вас в заблуждение в отношении... Девятка мечей, сейчас мы посмотрим. Императрица. Сила. Дорогие мужчины, ваша вторая половинка может оказаться вот среди двух огней, как говорится, в реальном любовном треугольнике. Будьте аккуратны, смотрите, следите, возможно. Но треугольники просто так не возникают. Всегда отношения, если что-то недополучаешь в существующих отношениях, начинаешь смотреть по сторонам, как говорится. Постарайтесь пообщаться со своей второй половинкой. Здесь больше все-таки жена выходит. И почувствуйте, увидьте, узнайте, что вашей
второй половинке не хватает в ваших отношениях, может быть, ей не хватает тепла, внимания, заботы, узнайте об этом заранее, пока эта ситуация не произошла. Дальше, вот сейчас следующая любовь, отношения, посмотрим для львов. Хотя, в принципе, первые карты уже рассказали нам про любовь и отношения. То есть основная тема месяца будет все-таки у львов, это любовь и отношения. Так, клевер, удача. Колодец, глубина. Лестница, выбор. В апреле перед вами станет выбор между легкими, такими ни к чему не обязывающими отношениями и отношениями глубокими, возможно, давними, возможно, старыми. В апреле станет перед вами такой выбор. Какой вам выбор лучше сделать? Чистка, маска, женщина. Ну, эти карты говорят о том, что необходимо обратиться к психологу или эзотерику, который сможет вам разобраться с существующей ситуацией ваших личных отношений для львов и мужчин, и женщин. Денежки, финансы. Может, не везет в любви, то, может быть, повезет в деньгах. Хотя, в принципе, я бы не сказала, что в любви не повезет. Да? Тут у девушек вообще будет куча поклонников истории. Но ситуация достаточно серьезная, кармическая. И к решению этого вопроса необходимо подойти максимально осознанно. Денежки, финансы. Что ожидает львов в апреле месяце? А туз мечей, хорошая карта, возможно, новый проект. Нет, шестерка кубков, не новый, старый. И туз жезлов. А старый новый проект, скорее всего, львы. А в апреле месяце есть, возможно, какая-то идея или какая-то тема, которую вы давным-давно вынашивали. Возможно, вы даже уже... для себя решили, что это не живой проект, он не сможет приносить денег. И вот в апреле месяце у вас будут и информация, и энергия для того, чтобы заново стартануть с этим старым проектом. И таким образом увеличить свой финансовый доход. Вот такой у нас апрель месяц для львов. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что резонирует с вами, как проигрывается, как вам нравится ли такой формат расклада, прогноза на месяц. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы получать еще больше видео, информации, как прогнозов, так и теории. Я люблю вас, обнимаю и желаю хорошего апреля.